Пацаны, пацаны, подъем! Пацаны, просыпаемся, просыпаемся, алло! А! А! Чё это? Где мы? Чё это за двери? Левый! Выпускайте нас! Что за игра? Вы находитесь в комнате со множеством дверей, за которыми вас будут поджидать неприятные наказания и приятные бонусы. У каждого из вас есть шанс открыть одну из четырех дверей с выхода и выйти быстрее остальных. Последнему явно не повезет. И помните, выйти из комнаты можно только через дверь с обозначением выхода. Выбегать из открывающихся дверей нельзя. Ну что, кто первый решится открыть дверь? Ты кто вообще? Ты почему нас похитил? Где мы? Этого вам никогда не узнать. Может, это вообще сон? Я просто возьму и выйду сейчас. Меня ничто не остановит. Я пошел. Что это? Рядом за что? Эй, хуй! За что? За что? Эй, пошел! Пошел! Иди отсюда! Иди! Иди! Это что было? Я же говорил, правила нарушать нельзя. Дальше будет только хуже. Там я слышал, мы должны по очереди открывать. Давайте поспорим. Тот, кто победит, открывает первым. Ну, типа у человека больше шансов найти выход. Их же здесь четыре. Раз, два, три. Так, так, мы последние. Проиграли. Раз, два, три. Да! Ладно, я второй открываю. За третье и четвертое. Раз, два, три. Да, бумага побеждает всегда. Последний. Прости, Влад. Блин, у Кобякова четыре выхода здесь. Он сейчас выйдет, оставит нас. Да посмотри, сколько здесь дверей. Здесь шансов прям открыть выход сразу очень мало. Вот это. По размерам примерно подхожу. Слушайте, а это гениальная идея. Если б я создавал этот лабиринт, я бы тоже сделал странную дверь выходом. Чтобы не догадались сразу. Да, да. Тогда у меня уже есть одна дверька на примете. Вон та, маленькая. Я ее хотел взять. Я первый ее заметил и первый сказал. Но только я-то смогу вылезти, и самый маленький здесь я. А это что? Замок с двумя дверями? Это такая ковбойская дверь. А как в барах, да? Так может это и есть выход, и нам нужно просто найти ключ. А вон там. А, маленькая дверь. Да. Давай, Кобяков. Ну, Кобяков, чего ты ждешь? Открывай скорее. Да, все подозрительно, как-то страшно. Ну, слушай, если ты не начнешь открывать, мы здесь навсегда останемся. Давай, открывай, Кобяков. Отвратительно! Это та дверь. Это что вообще такое? Кобяков, может ты за нас все двери откроешь, а? Кстати, а чё нет? Да нет, так нечестно будет. Давайте по очереди. Я вообще не могу понять, что это. Тесто для блинов и краска. Слушай, не подходи сюда близко. Да, реально, Кобяков. Не смешно. Ладно, непонятно, что это такое. Давайте уже открывать следующие двери. Может у голоса спросим? Голос! А чё за фигню ты на него вылил? Косметическая маска. О, так считай, тебе повезло, Кобяков. Маска. Ну, не знаю, она же это, засохнет. Так надо размазать. Обычно маски там на минут 5 наносят. Ладно, ребята, я понял, как превратить это в веселье. Ну-ка. Давайте воспримем это как челлендж. Все равно же выходы есть. Давайте словим какое-нибудь прикольное настроение и начнем играть. Боль, нас четверо, вы друг за друга, здоровье. Да, давайте. Давайте. Команда! Раз, два, три! Ладно, если это челлендж, может тогда выбрать какую-нибудь побольше дверь, чтобы было поинтереснее? Типа вот такую. Я, в принципе, сюда помещаюсь, пацаны. Ага-ага. Ладно, буду открывать. Не выход. А я вообще в чем? Я пока не понимаю. Ты стал мумией, только этот песочек. Ура! Мучная мумия. Что это? Начало ролика. А по-моему даже смешно. Два таких белых. Ну что смешно, ты следующий. Вот ну, это смешно. Ну голос говорил, что здесь еще как-то бонусы есть. С чем он уходит? А? Так спортсмены делают. Я как и планировал, открою маленькую дверь. Вдруг там реально ключ лежит. Или может другую? Кому-то придется ее все равно открыть. Давай, Серега, я думаю, там по-любому будет ключ. Ну ладно, сейчас посмотрим. Чего? Может тут где-то ключ? Может и на папе не дали? Да и мне кажется, это наказание себя реализовало. Ты посмотри на себя, ты полностью липкий. Да и ладно, ты чё, это же кола. Мне кажется, даже это сейф как будто бы. Значит, здесь есть сейвы. Не знаю, с каких пор для тебя кока-кола это сейф. Блин, прикиньте, у меня эта фигня застывает. Да, это же маска для лица. Пацаны, вы лучше подскажите, у меня мука на лице есть? Да не. Не. Ну чуть-чуть. Я просто вот так вот отряхивался и много всего летело. Перфект. Все, давай не умничай, выбирай дверь. Ой, ребята, мне больше всего понравился твой ингредиент. Посоветуй ты. Может, у тебя какая-то везучесть на сухое? Вот,
Здесь все хорошо. У меня чуйка меня никогда не подводила. А мне кажется, нет. Вдруг там выскочит бегемот и задавит его. Да, а если маленькие снизу открывать, вдруг там змея там появится, а? Может? Ну все, пофиг, открываю эту. Давай. Надеюсь, это выход. Ай, вот. Что у него подписано? Что написано? Написано подписаться. Уйди от меня. Это только подписаться же. Если те, кто еще не подписан, подпишитесь, пожалуйста, прямо сейчас. Да. Спасите Влада, спасите тебе. Подписывайтесь. Уходи. Серым стал. Просто нажал на кнопку подписаться? Это зрители нажали. Это зрители меня спасли. Ребята, спасибо. Вау. Он меня куда-то всадил под ребро, блин. Фух. Ну вот, теперь Влад будет бояться красных кнопок. Я их и так боюсь, блин. Вы это, избавляйтесь от красных кнопок уже наконец-таки. Контент на этом канале офигенный. Веселый, позитивный. Подписывайтесь, потому что такой контент только на этом канале. А теперь очередь Кобякова. А, да, опять я. Так, пацаны, я выбираю вот эту вот дверь. Фанат кривых дверей, походу. Ага. Кобяков, это что? Есть несколько предположений. Либо это просто желток от яйца, что, в принципе, нормально и полезно для кожи. Либо это гуашь. Это краска. Слушай, Кобяков, ну ты вообще ярким человеком сейчас стал. Да. Желтый, белый, оранжевый. Он почти как светофор. Красные волосы, желтая краска, и вот не хватает чего-то зеленого. Кофта, мерч у него зеленый. Ты светофор. Светофор. Ну ты в целом как вообще нормально себя чувствуешь? А что, по мне не видно? Пацаны, я придумал дополнительную игру. Раз уж мы все равно испачкаемся все. Давайте, может, зарубимся, кто сильнее испачкается. По-любому любая дверь будет выливаться на тебя какая-то гадость. Ну давай. Пока Кобяков побеждает. Давайте, без проблем. Договорились. Ой, я еще сильнее. Ну, пока мы на равно с вами. Ну пофиг, все равно же здесь рандом решает. Ты это, кстати, следующий. Вот потеплела рука около вот этой двери. Фу, пожалуйста, дверь, принеси мне что-нибудь хорошенькое. Шахтер! Пацаны, ну это просто издевательство. То я белый весь в муке, то я черный весь в угле. Слушайте, ну зато как-то ярко. Настроение из-за этого отличное. Ты это, не вымазывай меня, блин. Я сейчас обниму. Да отстань! Может, вдвоем его обнимем? Обнимем. Мужики, что за саботаж? Ну ты же у нас пока что самый сухенький, а? Да ничего, для меня очередь дойдет. Я не поддержу. Тогда дверь выбирай. Да и подождите, выбирай. Давай, выбирай. А я все в равных условиях. Да и вообще сейчас Сереге на очередь. Блин, смотри, тогда Серега, выбирай дверь. Я вот ту хочу, прям сверху. Ой-ой-ой. Так, посмотрим, что там ждет нас. Я первый раз вижу арбизы. Вот какие они. Блин, а что это у нас на канале не было ролика с арбизами? Как-то никогда не задумывались. Слушайте, подписчики, вам как эта идея? Хотите ролик про арбизы? Напишите в комменты. 100 тысяч арбизов. А что так мало? Может, миллион? Миллион? Миллион арбизов? Ты чё? Это будет обалденно. Ну да. Это если подписчикам идея понравится. Слушайте, ребята, а я вот что подумал. Давайте просто на всякий случай это проверим. Идите сюда. А вдруг ключ в муке спрятан? А? Поняли? Голова. Типа, мы сыпанули, и он где-то тут. Или, Влад, ты просто хочешь оттянуть свой раунд? Нет, ищу подсказки, какие-то зацепки. Так давай мы поищем, а ты пока ее дверь можешь выбрать. Да ладно, чего какие-то все злые вы, ребят? Мне очень кажется, что это ты все устроил. Я? Ну, не знаю, как-то подозрительно. Слушайте, будем избавляться от красных дверей. Фух. Что за жесть? Это фасоль. Как отвратительно это пахнет! Ты фасольный монстр. Ребята, мне не нравится эта игра. Ну что, Глент, убедился? Не я это придумал. Да убедился. Я вообще об этом толком и не думал. Поприкалываться на тобой хотел. Фу, отвратительно. Теперь я пойду по этой стенке. Вот эта дверь. Подожди, сначала я отойду. Давай вот так постоим. Тут какой-то спокойный. Да расслабьтесь, пацаны, это ж просто челлендж. Ты такой бегу подозрительно веселый, мне кажется. Я об этом говорю. Я тоже веселый, вы же меня не подозреваете. Ну, нет, я не подозреваю. Все, пацаны, открываем. Чего? Ключ! Ключ! Ты нашел дверь с ключом! А-а-а. Открывай, Кобяков! Чего стоишь? Я боюсь. Да там выход! Да давай! Речи, Кобяков. Давай, открывай быстрее! Чего? Что за бред? Еще двери! Выход! Выход! Вы серьезно, выход! Выход!
какие-то варианты. Что это, потайная стена? Не открывается. Понятно, ну ладно. Ну и кто следующий? Я! Я хочу проверить эти двери. Возможно, здесь есть сейф. Вот в эту, кстати, реально можно пролезть. По габаритам хорошенько. Я эту выбираю. Выход, выход! Что на тебя вылилось? Ну, по вкусу йогурт. По запаху тоже. Ой, какой. Красава! Пахнешь клубничкой. Ничего хорошего в этой игре нет. Посмотри на них, посмотри, что с ними я сделал. Я присматриваю выход. Как ты его тут присмотришь? Ребята, советую холодное. Молитесь, чтобы ничего холодного с вами не было. Очень холодно. Мне пока везет, я даже не боюсь открывать дверь. Вот я прям возьму и открою вот эту дверь. Мне кажется, вполне будет везучая дверь. Вот. Накарка называется. А что это? Сыр? А что дальше, не пойму. С чем-то сыром. Слушай, напоминает макарошки. Сыр с макаронами, нормально. Ну, блин, пропорции, конечно. Обычно наоборот, больше макарон, меньше соуса. Здесь Серега Макинчиз. Макинчиз, зови тебя новое имя, Макинчиз. Все, давай, открывай дверь. Я не знаю, почему вы такие веселые, меня эта ситуация как-то пугает. Да расслабься, это же челлендж. Я еще больше буду веселым, когда кто-нибудь найдет выход, чтобы убедиться, что он тут реально есть. Может, вообще нету? Так это меня и настораживает. Ты, Серег, как? Ну вот это. В принципе, она ничем не отличается от моей. И... Мазила! Промазал, ребят, по рукаву попал. Походу, еды дали. Они мокрые, как может их есть? Ничего. Так, ладно, ребята, вы тут не обессудьте, но мне нужно посушиться. Что делаешь? Ну, он, походу, это, йогурт мукой сушит. Да, так и делаю. А что, руки слипаются? Давай помогу. Не надо. Сейчас самое страшное, лицо. Ну и как, лучше? Гораздо. Что? Ничего, нормально выглядишь. Как это? Мукомес. Короче, я выбрал дверь. Вот это. Что это? Чего? Оно тебя само нашло, перья куриные. Ты в естественной среде обитания теперь. Должно быть комфортно. Пацаны, а что я? Я сейчас тебя заклюю. Вот в этом я и не сомневаюсь. Да нет, не ссорьтесь, ты лучше дверь открывай. Я еще с душа толком не вышел, уже дверь нужно открывать. О, кстати, в душ. Тот, кто первый выйдет, прикиньте, кому кайфово будет. Помоется, в джакузи сходит. Слушайте, я вот что придумал. А давайте поспорим, что тот, кто первый находит выход, мы ему все втроем поджопника даем. Ну, чтоб троим не так обидно было. Ладно, это справедливо, по-командовски. Все, договорились, да? Дружеский поджопник. Ну все, тогда же как-то это повеселее стало. Я пойду ту стенку проверять. Но если здесь было слишком плохо, ну не может же быть вот тут тоже плохо. Фух, ну вот от этой двери прям теплом веет. Ладно, здравствуй, новый мир. Это смешно, где произойдет. Это вообще ни капельки не смешно. Я только что помылся вообще-то. Блин, уже и муки не хватит. А ты это, поприться не успел или? Смешно, Сергей. Вот, аплодисменты. Отличная шутка. Ты следующий вообще-то. Ладно, сейчас тоже смело открою любую дверь. Вот, например, вот эту. У меня, пацаны, тут другая проблема. У меня в ухе взбитые сливки. Ау, зачем я это сделал? Пропихнул немножко сливок. Кстати, ребята, если вы кушаете, извините, на парочку секунд соберитесь и посмотрите на подошву. Мы здесь как на катке. Слышь, ты как-то это, растерянно выглядишь. Да? Максимально не ожидал. Я думал, ну все что угодно, но только не огромная куча взбитых сливок. Я вот так вот дверь открываю, и на меня уже летит огромный-огромный кусок чего-то белого. Как-то еще такую игру можно было придумать с такими механизмами сложными? Серега, а ты что ждешь? Ну так интересно разговаривали, хотел послушать. Ну ладно, теперь я готов. Так. Я не хочу знать, что это. Отвратительно. Это очень противно и не весело. Что это, соевый соус? Нет, это шоколадный соус. Топпинг шоколадный. Ой-ой-ой. Ребята, нужно ускоряться. Я знаю, эта штука потом слипнется, и все, я уханал. Он превратится в леденец. Это как карамель. Ой-ой-ой. Давай. Вот эту. Ну, блин, по-любому здесь точно что-то хорошее должно быть. Ага, я тебе две двери разминировал, ты третью забираешь. Да, именно так я и делаю. Вот сейчас я искренне надеюсь, что там не выход, понял? Ага, отличная группа поддержки у меня. Выход, пожалуйста. Можно выходить? Да ты заколебал своими сухими предметами. Ой, прости, извини, я реально, я попутал. Смотри, смотри, вот Глент, смотри, вот смотри, Глент, я тоже самое себе сейчас сделал. Я просто тебе везет, что я на слух не могу понять, куда точно целюсь. Я здесь, лупи мне. Ладно, сори. Ну слушайте, это был сахар. Повезло. Но знаете что, отстой. Это оказался фейк. Все двери фейковые. Тогда их закрываем. Не нужны они нам больше.
Капец, только надежду дали. Всю загадку разгадали. Что дальше делаем? Блин, ну мы точно неудачники. Уже должен был быть выход. Слушайте, а такая комната красивая была. И так ее разнесло. Знаете, мне это, кстати, что-то напоминает. Один мультик. Там тоже много дверей было. Разноцветные двери. Что-то помню. Алиса что-то в стороне где-то, нет? Не-не-не-не-не. Там в Алисе про зайца. А про двери это другой мультик. Ребята, если уловили мою мысль, напишите в комментах, что это за мультик. Копяк, ты что делаешь? Примеряюсь. Мне кажется, вот в таких люках может быть выход. Ты что, думаешь, пролезешь? Ого! Выбрось назад! Я ничего не вижу! Да давай, выбрасывай! Че за бред? Ты что, прикалываешься? Там закрыто! Да блин, ты что? Оно еще и воняет, чем как будто пердел тут кто-то. А, я знаю, ребята, нужно на пол! Да, я знаю, он не очень чистый! Обалдеть! Вот это трюк! Это вот почерк, знаешь, когда есть бюджет на такую штуку. Ты что, имеешь в виду клоуна? Это либо клоун, либо... 4 продакшн? За что? Не знаю, хотят ролик снять, ты посмотри, какие бюджеты. Да это просто капец. Да за что? 4 продакшн? Мы такие классные ролики снимаем, за что нас наказывают? Ребят, ну мне кажется, все, можно продолжать. Че это вообще за прикол с шашкой? Может, они так нам пригрозили или подняли градус игры? А может, они просто праздник хотели нам устроить? Да не, это точно не позитивная штука. Или отвлечь нас, или... Чтобы мы здесь подольше побыли. Да, кстати, мне прохладно как-то стало. Ребята, давайте, ребята, ускоряться немножко. Нет, давайте, нет, давайте. Нет, нет. Давай, давай, Глент. Вот эту вот дверь. Погнали. Ай, ай, а! Ай! Мне да, я видел, да. И целых два раза. Давай, побыстрее, я хочу отсюда уйти. Тут уже просто невыносимо находиться. Так, я выбираю вот эту. Я все-таки надеюсь, что за этой дверью может быть выход. За одной из таких. Я лучше вот так. Все, пацаны, готовы, я открываю. Выход. Чё? Выход, вы слышали? Сергей, ну блин, может останешься? Вы, пацаны, я не знаю, ну я думаю, вы выберетесь, ну давайте. Ну всё, блин, давай, поджопник, давай, поджопник. Блин, давайте, да. Ай, Серёга! Это какой-то жуткий, страшный квест. Сереги, с нами больше нет. Теперь ты. Ладно, я на самом деле думаю, что все позитивно. Серегу больше мучить не будут. Он сейчас помоется. Нас будут мучить в два раза больше и в два раза дольше. Ну да, выхода теперь только 3. Слушайте, я думаю здесь. Да, они специально засунули выход повыше. Но я вылезу, не проблема. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ребята, дверь не закрылась, я валю! Какая липкая сладкая фигня! Что там у меня? Кусок ананаса. Кобяков, твоя очередь, давай! Я сначала думал, что мне повезло. А потом... Дурацкая дверь. Так, ты на них там не ругайте. Ну да. Извините, извините. Простите его. Так, я вот сюда. Я же говорю, они хотят на праздник устроить. А, ну так это даже и весело. Ага, очень весело. Да смотри, ему даже повезло. Вот, смотри, улыбается. Мне вообще здесь не нравится, хочу найти выход. А, ну так давай. Могу, надо подумать. Ну пускай будет вот эта дверь, она такая большая, синяя. В нее можно вылезти. Ой, ай, о, держись! Да сколько это будет прогоните продолжать? Его, прогоните все, его! Кыш, 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 отсюда! Уходите! Это как? Блин, не знаю. Нормально он меня поместил. Ты фига себе родился, чувак! Я сначала смотрю, он такой вроде низкий, а потом как зашел. Может, это он и организовал это все? Да нет. Нет, в целом нормально? В целом? Даже взбодрил немножко меня. Ух, это и хорошо! Так, ну да, Кобяков, послушаю тебя. Блин, так похоже на самом деле на выход, как туннель, знаете, тайную комнату. Просто чтобы взять и на четвереньках проползти. Надеюсь, повезет. Выход, выход, выход. Ребята, что это? Это, ну ты принцесска, какая-то. Барби. Чё? Блёстки? Я говорю, они 100% организовали, чтобы мы веселились. Почему-то мне смешно только, когда вы открываете двери, а не я. Есть такая тема. Ну, тогда я открою быстрее, чтобы мы повеселились скорее с тобой. Вот эта дверь. Это вода, нормально, вода! О, помыться можно! Помыться? Да. Ошибили на порт! Я почти почувствовал. Я вот руки успел отмыть. Я тоже. Вы испортили мой сейф. А, Кобяков, веселись. Ты же сам говорил, надо веселиться. Но зато я руки тоже отмыл. Теперь моя очередь. Я хочу выбрать дверь побольше. Вот эту желтенькую. Желтая, цвет канала. Пожалуйста. Ай, 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 ай.
Да чё ж меня сегодня расстреливают-то, бьют! Это нёрв! Это болючий нёрв! Да, это шарик, это самый-самый болючий! Ты как? Да фиг его знает! Упануло нормально! Теперь твоя очередь! Вот! Ну вот же, она с краешку стояла! Большая! Неприметная! Просто идеальная, чтобы спрятать за ней выход! Мужик! Тихой! Он с рыбой! Мужики, давайте, давайте замочим его! Криш! Иди отсюда! Ребята, я воняю рыбой тухлой! Мы в курсе, стой вон там, легко выбирай дверь. Ну, зато это было весело. Да ничего, это не весело. Так, подвинься. Я вот эту дверь выбираю. Выход. Да, пацаны, да, я выхожу! Но тебе же так нравилось, ты же так кайфовал здесь. Я кайфую! Ну почему? Он, а не я! Да он сейчас вылезти не сможет. Посмотри на него, на эту котлету, блин. Кобяк, а что там вообще? Я ничего не вижу, тут темно. В смысле? Не понял. Кобяков! Да ты чё, блин? Кобяков. Все, мы тут вдвоем. Поздравляю вас. Да че уж. Моя очередь. Это самый обидный ролик. Сначала Серега вышел, а потом Кобяков. Обидно будет последнему человеку. Ага. Ну, давай. Мне вот пригляделась эта дверька. Нравится сочетание цветов. Ну и через нее реально можно вылезти. Нельзя из нее выползти. Нельзя. Стой. Что это? Гречка. А, в натуре. Гречка. Обожаю гречку. Только не в этих условиях. Гречка с блестками. Отличное сочетание. А? Было. Вот эту дверь я открываю. Маленькую. Зеленую. Раз, два. Бонус? Да. Каска. Блин, первый бонус за игру. Спасибо тем, кто это придумал. Бонус на один раунд. Еще лучше. Ага. Вы изверги, поняли? Так, ладно, надо с этим заканчивать. Выберу розовый цвет. Он какой-то нежный. Может, и будет как-то по-нежному, по-лайтовенькому. Ой. Холодно. Ну, хотя бы помыться можно. О, наконец-то я смою с своего лица тесто. Еще один шарик. Ну что, Глентик, понятно. Это я от радости. Ребят, я уже как-то теряю надежду. Я уже даже не знаю, какие двери открывать. Кажется, я уже все открывал. Вот в этот угол я не хочу лезть, потому что он максимально грязный. Ну а вдруг из-за этого я и не выберусь. Поэтому нужно себя перебороть и открыть вот эту дверцу. Раз, два, три. Слушай, показалось, что каска помогла. О, она была, кстати, на один раунд. Выбрасываю в дверь. А по вкусу ничего. Похоже на мороженое, фруктовый лед. Неплохо, слушайте. Ладно, я открою дверь справа, синюю. Мой любимый цвет это синий. Может, он мне здесь и поможет? А синий-желтый, так это вообще клевое сочетание. Блин, из этого выхода это будет максимально обидно. Потому что я выбирал из этих двух дверей. Я открываю. А, ну нормально. Да ничего, это не нормально, это просто издевательство. Я вот не вижу себя, но я знаю, как бы я себя писал. Бебра. Да блин, я уже не знаю. Ну это же не может быть здесь выход, ну ребята. Ну туда же невозможно пролезть. А может быть в этом какой-то прикол? Давайте узнаем, я люблю приколы. Раз, два, три. Выход. Как? А! Да! Пока, неудачник. Дорогой дневник, мне не описать ту боль, которую я испытываю сейчас. О, шарик. О, уже лучше, просто песок глаза сжимал. Но есть и хорошие новости, значит выход можно найти даже через маленькую дверь. Это дает мне надежду. Пойду за Владом, ну точнее как, пойду на стенку, где Влад открывал в последний раз, и открою вот эту вот дверьку. Но с другой стороны, мне не придется больше ждать никого. Пока я не открою дверь, буду все делать быстро и точно скоро выберусь. Погнали. Что это было вообще? Что за кувелики? Что это такое вообще? Что это? Я в дурдоме, может мне это все снится, может никаких пацанов не было. Это был картофель запеченный. Ладно, картошка это нормально. Ладно, надо не расстраиваться, просто двигаться дальше. Вот вижу вот эту небольшую маленькую дверьку. Ну, что тут может быть опасным? Ничего. Все, голос, готовься говорить выход. Я выхожу. Ну, меня радует только одно, что я остался чистый и с сухим предметом нормально, в принципе. Я даже на такое согласен. Ладно, играем дальше. Вот, красненькая дверька, нормально. Все, давай, дверька, не подведи. Выход. Выход!
Выход! Да, спасибо большое, Голос! Я тебя обожаю! Ладно, ребят, получается, мы тут классный ролик сняли, поэтому поставьте ему, пожалуйста, лайк прямо сейчас, если до этого момента еще не поставили. Я погнал, пока!